Пять. Летчики. Да? Это хуёво. А ебать, они... не один. Где нас самолет снимает? Один он, Кобра Кинг, блядь. Ебать, сейчас под весом нихуя не, блядь. Ага, бля. Тяжко сейчас будет. Жалко, висей нету. И Алекса. И фары. Да. Пизда нам. Я это Серегу уебал, блин. Глушители, блять. Только да. Жрёпы прибили, суки. Ёб твою мать, да? Уже убили. А кто это? Вот и заебали, расстреливай нас. А ты хуй думал, блядь. Кто-нибудь, атакуйте его! Меня убил самолет. Атакуйте точку А! Двигаться не
данный момент мне очень хочется на самолете. Ёбаная, ха-ха. Так что мне это заебало, блядь, я сажусь на танк.
Отлично. Охуенно. Воздух. А? Воздух, поднимайся. Да не наоборот. У меня самолет такой. Если ты будешь по низу летать, они будут долбить танки. Если вы немедленно там не вмешаетесь, то воздух. Они будут подниматься за тобой. Заебали, блядь. Видишь, как я по низу пролетел и ёбнул его с точки зрения. Еби, блядь, вот этот пидорас. Сука, мужик, гербак, блядь. Гербак, десятый круг, нахуй, блядь, наматываем вот так, блядь. Ща, я попробую позвать. Давай, я на тебя иду. Блять. Да ну нахуй, ебать, как так, блядь. Да у них самолеты маневрят не просто. Спала такая, блядь. Я дублер сейчас использую, но сейчас. Кройте. Сука, блядь. Да, точка что такая маленькая, ебать. Ну да. Бля, починка, сука, да на точке пизда мне на. Бля. Не знаю, как у вас, как у Сережи, он у меня крайний танк, я попиздрал на точку. Надо подражать, враг побеждает! Я уже там два раза. Давайте все вместе. Что там, короче, с танками на точке? Ну, что там, короче, с танками на точке? Ну, вверху, да, ясное дело, что долбоёбы вверху. Долго. Вот, пидор догнал меня всех.
хорошо. Тебе звонили, раз ты сейчас. Верится, или верится. Ты вот так, что ли? Макс, иду с тобой, но назад. Блядь. Да пиздец, сколько раз после меня взрываться. Я думал, за вас команду, а оказывается, тебя отчихили, взорвали. Меня вот так взорвали. Ты же идёт справа. Блять, сука, и правда точечка, я ебать хотел нам. Вы вдвоем там не стоите, один отъехать, что ты, если убьют а другую подъезд. Ну, сейчас бомбочку на вас кинут и все. Это сушка к нам валит еще к нам. Ага, вон там где. Пизда, походу, мне сейчас. Я уставил сушку на. Блять, раху пизда на. Один. Ёппа. Все, сняли меня на. Я тут. Все, пацаны, я сыграл. Я трус. Да, блядь. Сушки крики сделал. М-18. Отлично! С пушки снял, блядь, уже на 6 танков, ебать, охуеть. 4 раза уже отключился. Нихуя, да? Бля. Я спец. А кого есть еще танки? У меня один последний. Пять минут осталось до конца боя, блядь. Не танк, а и то суд осталось. Это хорошо. Подождите пока. Так не дадут доехать. Уже не дали. Все, я отыграл. Или нет? Походу нет. А, он там первый тот. Чем ты играешь? Не, я в ангар уже вышел. Ну че, в пизду сливаемся, нахуй. Вообще сразу другой бой.
Серег, погнали в другой бой. А, все, хорош, набился. Все? Сейчас я напишу Аркашке, может, Толик взять. Да он нас слышит. А, нет. Надо поднажать, враг побеждает! Север попал, конечно. Да что это такое? Причем тут какие мысли? Да сколько у нас человек вообще играет? Смысл тогда играть? Просто тупой бой. Ебать. Да ну нахуй, пуль сливаться, я в ангар ушел, блин. Пизду. Посидите в ангар. Давай перекурим две минутки там. А, Толик давай. Сейчас зайдет, во-во, Толян сейчас зайдет. О, ништяк, ништяк, давай. Далее, у тебя там чайник кипит. Далее. Или подольёт. Максим, ты меня слышишь? Слышу. Давай сейчас бой один с Гонзой, пока не подумали. Пиздец. Подожди ты трох, Андрюх. Чё ждать? Подожди, мальцы ругаться будут. Что вы хотите, в бой? Давай сейчас бой сходим, пока вы думаете, короче, один бой пройдем. Не-не-не, подожди. Мне эти золотые полковые вырубить, а? Ай, пизду нахуй, взрывай танк нахуй. Тебе давно говорили взрывай танк, хуй ты хуйней занимаешься. Ну, один ебашит герой, прикинь, выиграл бы еще нахуй. Что герой, я ебу кто остался, ты тоже, блядь, ты пизда нёшь, блядь. Так. Короче, у меня есть золотые полковые, короче. Может быть, пойдем по ним? Так нам и так нихуя не идет. Не, ну да, ты прав. Короче, это... Зови Андрюха Серёгу. Да, давайте так. Хуй там. Сейчас мы пригласим еще одного человека. Я куд же ушел. Я куд же вышел. Нет, смотри, у нас было 4 человека. Серкару вышел. Сейчас у Якута подойдет брат. А, Якут у вас вышел? Да. Ну, он, наверное, покурить. Короче, это, сгоняйте пока бой. Но... Мы сейчас тоже пойдем в бой сгоняем. Так, все.
просто в бой обыкновенно. Только технику не меняйте там. Ты ему уже в бою почти. Максим, а что у тебя за техника? Та, что и стояла.